На медицинском факультете ПГУ для студентов-медиков проводят краткий курс по техникам оказания первой помощи. Как учат спасать жизни, увидела Владлена Донковцева. Спасать человека под музыку. Нет, это не дискотека на медфаке, и музыка не для расслабленного антуража слушателей. Ритм популярной песни нужен для обучения волонтеров ритму сердечно-легочной реанимации. Лиля показывает новобранцам, как держать руки и куда давить, если пульса нет, сердце не бьется и человек не дышит. Тридцать нажатий, два вдоха. Красные огоньки на учебном манекене показывают успешность нажатий. Во лбу звезда горит. Если красный фонарик загорается, все делаете правильно. Нина, Лиля и Артем в белых футболках – волонтеры здоровья. Активные молодые люди тоже учатся на медфаке, получают стипендию от шерифа. Но сегодня они в роли преподавателей. Опыт позволяет. Волонтеры проколесили почти по всему Приднестровью и даже заглянули на правый берег Днестра. Работали в школах и в государственных организациях. Волонтеры обучают не только своих коллег-медиков, как спасать жизни. Мы проводили тренинги в лесу ребятам в Черновской школе, в Кицканах проводили тоже школьникам. Среди школьников был очень большой интерес у преподавателей. Для Нины тема «Что делать, если человек подавился?» близка. Обычный обед с мамой превратился в самый важный жизненный экзамен. Мама подавилась, но Нина знала, что нужно делать. Как раз сейчас показывает прием Геймлиха. Для этого мы правой рукой в кулаке кладем руку на солнечное сплетение. Второй рукой обхватываем кулак и резким нажатием приподнимаем нашу грудную клетку вверх. Спасать учебный манекен не то, что человека. Тренироваться можно сколько хочешь. Но такие тренировки помогут в экстремальной ситуации, когда счет идет на секунды. Показали? Хватит. Теперь экзамен. А вы как думали? Все быстро и как и сама реанимация. Новички пробуют повторить за своими более опытными наставниками. Тем, кто сдаст экзамен на отлично, выдадут сертификат спасателя. Но главное не сам сертификат, а знания и умения, которые могут спасти чью-то жизнь. Владлена Донковцева, Михаил Белый, ТСВ.